2 марта в Красноярске состоялась церемония открытия зимней универсиады 2019. Это первая зимняя универсиада, которую принимала Россия. Подготовка к событию длилась 5 лет. В столице Красноярского края было построено 34 объекта мирового уровня. Церемония открытия прошла в одном из них – Платинум-арене, которая была специально спроектирована и построена под универсиаду. Прошли 59 команд участников. Российская сборная была самой многочисленной – 295 спортсменов. На универсиаде представлены те страны, которые о зиме знают только понаслышке. Здесь же, в самом центре Сибири, реальная зима и реальные игры. На трибунах среди зрителей был и Владимир Путин. Сегодня в Красноярск, на берега нашей великой сибирской реки Енисей, пришел всемирный праздник студенческого спорта. Праздник молодости и дружбы, упорной и честной борьбы. Тысячи атлетов из десятков стран мира покажут свое мастерство, силу, скорость, выносливость и, конечно, волю к победе, твердый характер и уважение к сопернику.